Дворец искусств города Братска отпразднует золотой юбилей. Уже 50 лет в нашем городе работает ДИИ, в котором творческие люди могут воплотить в жизнь свои таланты. И 12 декабря в «Энергетике» пройдет концерт, посвященный юбилею дворца. В мероприятии примут участие все 13 творческих коллективов, а это более 200 человек – танцоры, певцы, артисты театра. А сам концерт объединит сразу три праздника – День Конституции, День города и юбилей дворца. Будут и танцы, будет и хоры. Дело в том, что вообще, в принципе, все, большей частью поставлено на хореографию. У нас очень сильные хореографические коллективы, чем дворец и гордится, потому что мы сегодня и сказки, и все делаем именно хореографии. Очень сильная школа Дворца искусств. В мероприятии примут участие все коллективы, как старейшие, так и молодые. Многие из них занимают первые места на различных конкурсах и фестивалях. И любой желающий может посмотреть выступление артистов в четверг в 6 часов вечера в концертном зале Дворца искусств города Братска.